Наиля, здравствуйте. Вот проект «Рекат» действует уже 3 года в Центральноазиатском регионе. Какие результаты за этот период были достигнуты? Расскажите, пожалуйста. На самом деле проект «Рекат» – это региональный проект. То есть под региональным сразу можно понять, что здесь участвуют все 5 стран Центральной Азии. И на самом деле подход региональный и подход того, чтобы повысить потенциал экспертов, был ключевой задачей этого проекта, то есть и направлен был на практический результат. Соответственно, все наши эксперты-практики из стран Центральной Азии, а также эксперты, которые непосредственно принимают участие в процессе принятия климатических решений, получили улучшенные, углубленные знания по новым требованиям климатической отчетности. Мы все прекрасно знаем, что было подписано Парижское соглашение, а вместе с ним пришли новые требования к отчетности. Ряд из них сохранились, то есть эксперты и страны отчитываются почти так же, как они отчитывались ранее, но с введением расширенных рамок прозрачности некоторые требования ужесточились, усложнились. Соответственно, нашим странам необходимо было набраться опыта и углубленных знаний того, как правильно отчитываться по инвентаризации парниковых газов, по адаптации, по отслеживанию определяемых на национальном уровне вкладов. И я считаю, что этот проект был не просто теории, это были практические тренинги, это был практический обмен опытом, где страны делились своими примерами, делились своими наилучшими практиками. И сейчас мы имеем действительно огромную команду экспертов из 5 стран Центральной Азии, которые уже получили навыки, которые уже применяют полученные знания в своей работе по составлению климатической отчетности. То есть для нас это большое достижение, особенно учитывая то, что страны должны предоставить свои первые доклады о прозрачности к концу этого года. И мы видим результаты того, как те навыки, которые они приобрели, те знания, которые они получили, и в сотрудничестве с другими, конечно, инициативами, непосредственно через проект «Рекат», они уже вставили в улучшенную отчетность, то есть они улучшили качество. А зачем все это надо, вы спросите? Конечно, на самом деле вот эти слова прозрачность, климатическая отчетность, оно достаточно сложное для восприятия людей, которые не являются экспертами или узкими специалистами в этом направлении. Прозрачность, открытость к данным, открытость к информации, которую страна предоставляет, на самом деле является огромным и ключевым условием того, чтобы на нас, на наши страны обращало больше внимания со стороны и доноров, со стороны международного сообщества, чтобы доступ к той информации, которую страна предоставляет, или наша страна предоставляет, была открытой, прозрачной, достоверной, понятной, проверяемой. Тогда, конечно, у нас увеличиваются шансы к еще большему финансированию, к еще большему и четкому формулированию своих национальных политик, потому что вы сами понимаете, любая отчетность – это преддверие новой вехи формулирования национальной политики с более качественными целями, с более качественными действиями, которые должны быть эффективными, если правильно построена политика. Поэтому, на мой взгляд, да, есть несомненный прогресс, есть отличные результаты, которые мы уже видим в странах Центральной Азии. Спасибо.